Не время давно, говорит, постой, тебя совсем достал золотой, все время глотающий ован или баран. А я говорю, да я тоже за, я тоже лоб, не мои глаза. Не вижу еще, но чувствую, что пора. С утра пранаяма и три глотка китайского мутного кипятка намного полезнее, чем пепси-кола и ром. Я к этому делу почти привык, но кажется, это тоже тупик. Я точно не знаю, но чувствую всем нутром. Легкие двигают, как поршня, сначала в меня, потом из меня. Воздух отечества, пахнущий, как миндаль. Душа становится, как броня, из черного, белого и огня. Она еще здесь, но смотрит куда-то вдаль. Земля под ногами гремит, как жесть. Глаза мои видят не то, что есть, а то, что можно сделать или сломать. И я ушел бы, но дело в том, что где бы я ни построил дом, он все равно получается как тюрьма. И как уверяет моя душа, я должен сделать какой-то шаг, причем она сама не знает какой. Я должен пойти за своей судьбой, и все случится само собой, а после сказать гудбай и махнуть рукой. Легкие двигают, как поршня, сначала в меня, потом из меня. Воздух отечества, пахнущий, как миндаль. Душа становится, как броня, из черного, белого и огня. Она еще здесь, но смотрит куда-то вдаль. Земля под ногами гремит, как жесть. Глаза мои видят не то, что есть, а то, что можно сделать или сломать. И я ушел бы, но дело в том, что где бы я ни построил дом, он все равно получается как тюрьма. Yeah.